Привет, мой друг! Сегодня мы поговорим про социальную сеть «Зона отдыха». Я знаю, что ты сейчас напишешь в комментариях. Нахуй, мне твоя социальная сеть, мне и ВКонтакте, и Инстаграм неплохо. Стоп! И еще раз стоп, напиши, что ты знаешь про нее в комментариях. А я обязательно посмотрю. Сейчас я постараюсь вам рассказать. Первое, как можно на ней заработать. Второе, как на нее зайти. Третье, как вывести деньги. Четвертое, куда можно вывести деньги. Пятое, были ли выводы денег. Заработать на ней очень просто, выставляя записи, лайкая новости, написав комментарий, написав хорошую статью в блоге и продавая товары в магазине. Согласитесь, где вы еще так заработаете с удовольствием? Наверное, нигде. Ты за лайки, новости и комментарии получаешь сигареты. Сигареты автоматически переводятся в деньги, 1000 сигарет равняется 50 рублей. Все очень просто, и за каждого приглашенного ты получаешь 2 рубля. Ну что, достаточно информации, чтобы зарабатывать прямо сейчас? Нет. Тогда смотри дальше. Теперь я отвечу на вопрос номер 2, как на нее зайти. Все так же просто. В своем поисковике вписываете «Зона отдыха соцсеть», и как вы видите, мы самые первые. Нажимаем на ссылку, нас перекидывает на сайт. Видим форму регистрации, если вы новый пользователь, регистрируйтесь, введя свои данные, или вы можете воспользоваться одной из своих социальных сетей, чтобы одним нажатием мышки вы начинали зарабатывать вместе с нами. Теперь я отвечу на третий вопрос, как вывести деньги с сайта. Тут тоже все очень просто, вы можете подать заявку на вывод прямо на сайте, если выводить прямо с сайта, то можно покамить только на PayPal. Но я работаю над тем, чтобы можно было подавать на вывод Kiwi, Яндекс и карты прямо с сайта. Так как выводы на Kiwi, Яндекс и карты в разработке, я иду навстречу своим будущим бизнесменам и вывожу прямо на стриме на этом канале, на котором ты сейчас смотришь. Раз в неделю, а именно в пятницу, я буду в 6 часов вечера делать стрим и каждому выводить деньги на его кошельки, ты должен присутствовать на стриме. Если тебя не будет, ты вывод не сможешь получить. Так что обязательно прямо сейчас подпишись на канал и поставь колокольчик, все, чтобы не пропустить стрим. Надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. На четвертый и пятый был ответ в последнем ответе. Посмотреть выводы можете у меня на канале. И, конечно же, я хотел поблагодарить человека, без чьей помощи сайта не было бы вообще. Он внес очень хороший финансовый вклад. Хотел бы вас попросить, что вы в комментариях написали спасибо спонсору, так как на данный момент я только так могу его поблагодарить. И, конечно же, ваши комментарии по поводу сайта и какие внести изменения. А с вами был робот, помощник, вы его скоро на сайте увидите. Всех благ, не болейте!